Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о очень древнем проверенном средстве от сухого мучительного кашля. Это, конечно же, водка и сахар. Раньше пережигали водку с сахаром и пили. И таким образом спасались от сухого изнуряющего кашля. Какая пропорция? На 100 граммов водки нужно взять 1 столовую ложку расплавленного пережженного сахара. Что мы с вами сейчас и сделаем. На горячую сковороду высыпаем 1 столовую ложку сахара. Если у вас есть дома газовая печка, то вам даже не придется марать сковороду. Достаточно просто столовую ложку сахара пересыпать вот в такую большую кухонную ложку, подержать над газовой горелкой и затем смешать с водкой. Но так как у меня печь обыкновенная, я высыплю столовую ложку сахара на разогретую сковороду и буду ждать, когда она расплавится. Тем временем нам пригодится водка. Так как вы знаете, что водку рекламировать нельзя, показывать я вам ее не буду. Водка пойдет любая, которую вы выпиваете по праздникам. Если у вас небольшой вес, значит берите 1 стопку водки. Если вы крупный мужчина, значит 100 граммов выливайте в кружку. Я покажу на одной стопочке. Выливаем ее в кружку и ждем, когда расплавится наш сахар. Для чего нужен лимон? Для того, чтобы закусить водку с сахаром. Смотрите, как получилось. А сейчас действуем очень быстро. Вот этот жженый сахар, 1 столовую ложку, вот так черпаем. И очень быстро опускаем водку и перемешиваем. Конечно же, он превращается у нас в леденец. Но нам необходимо его растворить. Растворяем в любом случае. И как только мы его растворим, ах, какой запах идет. Карамельных петушков и водки. Растворяем. То есть вот такими движениями, примерно 1 минуточку, разбалтываем. А я разбалтываю и рассказываю вам, что нужно сделать. Перед сном выпиваем вот это средство, водка со сжженным сахаром. Заедаем ломтиком лимона. Можно не обязательно съедать этот ломтик, просто чтобы перебить вкус. Я думаю, мужчинам этого и не потребуется. Ложимся в постель, укрываемся как можно теплее, желательно под двумя одеялами и вместе с головой, чтобы из-под одеяла торчал один нос. И стараемся заснуть. Очень быстро водка подействует, и вы начнете потеть. И вот таким образом проходит ваша болезнь и кашель. Утром вы должны проснуться здоровыми. Если вы еще проснулись не совсем здоровыми, то повторить во второй и в третий день. За 3 дня проходит просто самый изнуряющий кашель. Больше ничего не нужно. Так, наша водочка растворилась с сахаром, и теперь мы ее пьем. Самое главное, до того, как вы будете ее пить, перед приемом водки, за 3 часа ничего не есть. Поужинали в 7, в 10 часов выпили, укутались и спать. И вот таким образом сахар растворяется в водке, а ваш кашель растворяется в этом снадобье. Быстрого вам выздоровления. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. Способ проверенный. Очень надеюсь, что кому-нибудь он обязательно поможет. До новых встреч!